Детскую поликлинику на проезде Заводском нельзя назвать проблемной. Яркое здание и отличный состав специалистов. Но рядом с ней есть жуткие и неопрятные корпуса дневного стационара, которые портят окружающую картину. Два здания, построенные в начале 20 века, уже отслужили свой срок. Снос старых и возведение на их месте новых строений – серьезная задача для Минздрава, правительства и подрядных организаций. Примеры архитектурных решений показали губернатору-представителю Ульянской строительной компании. У нас на сегодняшний день два места для посадки. Это вот старое здание, большая площадка, которая находится в аварийном состоянии, эксплуатируется не может. Мало того, там сколько заразы в ней есть, пуговочки, конечно, сносило. Сейчас проект находится на стадии идеи. Архитектурный план будет создаваться позже. Пока основная задача – определиться с финансированием объекта. 170-200 миллионов рублей, и нижняя терраса получает полноценный поликлиник. Примерные сроки окончания будущих строительных работ уже намечены. При хорошем раскладе строительства и отделочной работы завершатся в 2021 году. Руководство Минздрава уже знает, что будет располагаться в новых корпусах Центр активного долголетия для жителей Заволжья. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.